Прибыв в столицу России, в Москву, Равшан Линкоранский сразу же сошелся с криминальным земляком, вором в законе, мессир Муром Абдулаевым, он же Сеймур Нардаранский, который возглавлял азербайджанское преступное сообщество. В 2001 году, благодаря протекции Абдулаева, Равшан Линкоранский был коронован им и еще одним вором в законе, известным чеченцем Артыком Дабчаевым, он же вор в законе по прозвищу Артик. К слову, судьбы обоих крестных отцов оказались слишком печальными. И Артик, и Сеймур Нардаранский с разницей в месяц в 2003 году погибли от рук киллеров. Кто стоял за этими преступлениями, сказать сложно. Виновных не нашли. После гибели Сеймура, которого расстреляли в одном из столичных ночных клубов, Равшан Линкоранский занял его место и возглавил этническую криминальную группировку. Именно так печально сложилась судьба крестных отцов вора в законе Равшана Линкоранского.